Ну вот если что, поставите на паузу, там что-то было написано. Ну, короче, еще раз говорю, что я вот с той стороны, вот тут вот я подходил, когда в прохладный день, когда я только приехал, когда я даже вообще замерз. Ну, сейчас надвигается жара, а уезжать сейчас совершенно не в моих интересах при этом. В том смысле, что мне еще надо поездить, поснимать, повидаться с друзьями. И поэтому я решил изменить свое отношение к жаре на время. Просто я ее настолько вообще презираю, вот когда вот немножко уже становится жарко, я это презираю. А я подумал, что нужно попытаться взглянуть на это по-другому. В конце концов, когда жарко это... Да, кстати, вот на моем ящике, я же уже тоже неоднократно рассказывал, там чем жарче, тем лучше. Там сосны начинают, как говорится, все излучать, выделять. И я хожу там, наоборот, делаю большие прогулки по лесу и вдыхаю все это. Потому что чем жарче, тем там более насыщенный воздух. Ну, так что все очень грустно. Но не знаю, короче, я уже говорил, каким-то образом надо находить какую-то некую боковую комнату, в которой царит спокойствие и стабильность.